Я очень уважаю автора этого фильма. Я просто выражаю свое сожаление, что он не знает, что никакие, вот то, что он пальцем показывает, это не убийца. И это не убийца. И это не убийца. И это не убийца. А вы уже все это прекрасно знаете. Я сколько смотрю, но здесь-то по теме. Ладно. Только перепутано. Сперва количество дерева. Или, как помните, это был пункт первый, невыносимое, в той статье. Вот. Невыносимые условия, переезд на север. Дерево просто имеет короткий век. Оно раньше болеет, у него какая-то трещина покрывается, отвеляется. Просто сама по себе отмертвляется кора на дереве. Ну и мертвые уже, будучи мертвой клетки, становится грунтом. На земле вот так вот, горизонтально идет, а здесь вертикально. Вот. Прилипло к нему и жрет, жрет, жрет. Вот. К великому сожалению, это одно из моих величайших открытий. Что дерево, не это, они все эти беспощадные убийцы, они настолько безобидны, их не надо даже счищать, сдирать, ничего, не упрыскать, ничего. Когда-то это будет признано одно из величайших заблуждений практического садоводства. Вот. Когда-то это будет величайшим заблуждением, это будет признано. Вот. И жаль, что в эту прекрасную пору не будет ни мы, дальше не помню, ни жить ни тебе, ни мне. Вот. Вот это вы должны знать. Не подходите к дереву, не учитесь этому. Волчки на груши. Еще раз. Вот таких вот полуспециалистов, потому что считается, что человек как бы специалист из этого. 50 тысяч подписчиков. Просветок. Это, видимо, название сайта. Вот и человек сейчас будет учить нас, как загущенную грушу. Она не знает самое главное. У них как-то нет связи с этим. Например, на дороге лежит камень. Споткнулся, упал. Дальше пошел. Второй споткнулся, упал. Никто камень не убрал. То есть даже не видеть, что споткнулся об камень, набил себе шишку на лбу, встал. Вот. Вот такое вообще. Оно вопиет. А что такое вопиет? Она сейчас поотрезает волчки, и на следующий год все волчки вернутся и в среднем, в тройном количестве. А потом будет вот это. Вы уже все это знаете. Новичков может быть. Сколько сегодня может быть новичков? Двое, трое, пятеро. Вы все это знаете. Но ради будущего, ради Яндекса, чтобы люди... Вот, представляешь, человек услышал альтернативное мнение, что вот эти грибы, мхи, лишайники, они не враги. Он человек показывает пальцем на него, видите? Вот. Вот он, убийца, вот он жрет. Вот это человеку, как версия, вот все равно, вот как та дама, да, она перелопатили, помните, которая вернула мне половину косточек ценнейших. Кстати, диких среди них не было, она просто поверила моим оппонентам. Вот. И получается, что им больше веры. Ведь сейчас за этим последует уничтожение этого гриба, который выполняет свою обычную работу, который, ну, согласитесь, дерево уже выпиливать пора. Вот. И вот это все напрасно. И обдирание коры напрасно. Все. Это опять же, где-то в Яндекс.Дзене меня увидят еще. Простите меня, те, кто все это знает. И то, что 3:1 в среднем. Сейчас волочки выпилят, а они появятся снова. 100 или 9, если дерево не умрет, то они снова появятся. И еще гуще будет. И зачем эта бесполезная работа по созданию ран, по отниманию сил у дерева, по уменьшению морозостойкости, а значит иммунитета. А потом прыскай. Загущенная груша. Сама, наверное, загустила ее.
А это что такое, думаете? Вот, опять фильм, но уже другой. Жесткая обрезка семилетней груши, которая не плодоносима. Ну, скорее всего, это не привито. Скорее всего. Вот. А может привито, крона довольно раскидиста. 7 лет не плодоносила. Возможно, что у нее есть причины для этого, только мы сейчас говорить об этом не будем. То же самое. Вот я вижу, если она привита, груша как груша, нормальная груша. Я бы тут ни одной ветки бы не отрезал. Почему? Ей нужно спасти штамп от выпривания. Ну, потом еще вернемся к этому. Так, дальше идем. Вот эту фотографию мне прислал человек, а я из-за вечно затурканной столько проблем, я просто ее сюда поставил, чтобы не забыть. А потом, господи, эту переписку, давайте надо искать письмо с вопросом, а что с ней делать? Пожалуйста, прошу вас, автора, он как раз в вебинарах участвует, только не помню кто. Пожалуйста, скажите, что это и что с ней делать? То есть, может быть, как обрезать, спросили, может быть, как ее привить, спросили, или перепривить. Пожалуйста, это самое. Хорошо, что у меня глаз радуется, что это дерево хотя бы не изувечено. Как бояться того, что вот эти вот железные стороны лезут, ветки их надо половину отрезать. Страшная же эта судьба. Как это получилось, я не знаю. Ой, не знаю. Тимирязев. Ну зачем? Вот если бы он знал, какие страшные последствия будут. Взялся изучать освещенность, это самое. Листьев, зависимость фотосинтеза от освещенности. Вот. И доизучал. Последователи начали деревья калечить. Весь мир, но там есть специально режут. И это. Я даже могу обосновать, почему в Италии есть фотографии, там фирмы есть немецкие, там польские. Да, вот они ряды режут. Здесь режут, потому что парень должен прямо над этим деревом трактор пройти, прямо. Ну и такое, то самое, две ноги, вот такие, вот. И он прямо сидит там где-то на втором этаже, а трактор, и надо, чтобы она проехала, а тогда лишние ветки раз-раз. Извините, это иначе будет, если он вручную это будет делать, да? Тогда все. Если вся работа вручную, у нее никто не купит, будет дорого. То есть идет все это в ущерб. Но там 2-3-4 года 40 опрыскиваний, окупила и следующий сад. А мы такого не можем себе позволить.